До плюс 40 могут добраться столбики термометров на следующей неделе. Такой прогноз дал наш гидромедцентр. Жару не ослабят даже дожди. Продолжит Инга Гудаль. Каждый раз, когда мы думаем, ну куда еще жарче, погода сразу же показывает нам куда. На следующей неделе столбики термометров планируют сойти с ума и добраться до почти адских плюс 40. Наш гидромедцентр дает плюс 39, но горожане хорошо знают, как раскаляется асфальт и все остальное вместе с ним. Так что в городе смело накидываем еще пару градусов. Температура воздуха в дневное время составит 34-39 градусов, и в ночное время в районе 19-24. Ветра не будет, нагрев будет очень хороший, влажность будет низкая, поэтому мы даем высокую температуру. Ну и, видимо, чтобы сильнее прочувствовать атмосферу тропиков, к 40-градусному пеклу присоединятся дожди. В общем, это тот случай, когда только вышел из душа и не понимаешь, ты еще не высох или уже вспотел. В общем, сейчас наслаждаемся прохладой. До конца недели у нас до плюс 30, это днем. Ну и ночью живительные плюс 15-17. С дождями напряженка. Вчера по северу прошел и хватит. Кстати, достался он в основном рыбничанам, на остальных не хватило. Та кучевая дождевая облачность, что принесла хороший ливень в Рыбницу, образовалась над нами, над Дубосарским районом, и уже дойдя до как раз Рыбницы, там пролилось, согласно данным по метеостанции, 16 миллиметров осадков за 2 часа. В Тирасполе чуть-чуть у нас покапало. Ну и о пятнице. Этой ночью у нас плюс 15-17, днем ждем 27-29 выше нуля. Облачность переменная, без осадков. Послезавтра погода у нас не изменится. Инга Гудаль, Дмитрий Хаджиогла, ТСВ.